услышала мои слова, улыбнулась. Ксюша опытная гимнастка и даже на гран-при в прошлом году становилась на пьедестал. Еще раз напомню, 10-е место на Олимпиаде заняла. Не встигла. Не успела, да, чуть-чуть не успела. Ошибка. Але стрічка в неї дуже красива, така різнокольорова. Очень много было ошибок. За одной потерей следовали уже следующие ошибки. Гимнастка выступает. Да, чаще всего бывает. Они могут просто психологически справиться. Тренируются очень хорошо, там выходят и вот. Мы видим, что даже вот гимнастка такого уровня, как Ксюша Мустафаева, может ошибаться. Новая программа, новый цикл. Ближе к чемпионату мира уже все будут делать стабильно. Там уже 10.